Народ, всем привет! Канал Работа как Работа. На календаре 22 октября. Любовь моя! Ладно. 22 октября. Гуси-лебеди. Там у меня ребенок стрижется. А потом так. Звонят, надо. Ладно, сейчас перезвоню. Короче, народ, пятница. Сегодня позвонила бывшая. Закрывает, значит, школу, садик, на карантин, ковид, тудым-судым. Значит, я его сейчас стригу. Идем быстренько покупаем теплые вещи, там, куртку, штаны, сапоги, что она написала, список. Что-то к школе. То есть, народ, зарплату я так еще не видел. Хотя я уже как в городе 5 дней. Они мне не звонят, ничего. Они мне там какие-то деньги заплатили. Я, ну, не буду последним там, что-то там. Ну, заплатили денег, но мало, то есть. Какую-то часть они мне все-таки заплатили, но это мало. То есть эту неделю я их не тревожу, потому что Серега, старший красавец, был в разъезде, в командировке. То есть он приехал. На этой неделе у него была днюха, с чем я его поздравляю. Не знаю, сколько ему годков. Вот. Узнал я это через Вайбер, опять же. То есть пришло уведомление, что у Сережи день рождения. Я его поздравил от души. Ну вот, как-то я вот в городе все. Сам тоже постригся, но постригся я пару дней назад. Он с сынули тоже у меня готовый уже сидит. Видите, все в масках, все серьезно. Сейчас понедельник и херак, и все этот весь малый бизнес пойдет козе в трещи. Ну, опять же, до 7-го там хотят ноября все закрыть. 100% это все продлится. Не уверен, насколько, но возможно, это мое чисто мнение субъективное. Решил все-таки это, ну, под полубокс постричься, короче. Ну, что они мне там заплатили буквально, там слезы. На эти слезы я и постригся, короче. Под полубокс, народ. Ну, выпил пару баночек буквально. Пивка. Жду канал Андрей Кулибин. Будем регулировать сцепление на моей ласточке. Надеюсь, что это обойдется чистой регулировкой, а не покупать очередной тросик сцепления. Вот. В городе хорошо, пасмурно, ветер. Ну, такая пасмурная погода, вот сами видите, да? Не, ну чего может быть? Ну, ветер надо, ну, слышите, в камеру, наверное, дует, да? То есть, ну вот, плакучие ивы, кстати. Я сейчас у себя на районе. Пока это пятница, да, 22-е. То есть надо сейчас успеть, пока не закрыли все эти торговые центры, то есть отдохнуть, сходить там, я не знаю, пиццу поесть, там бургеров, я не знаю. Я ничего не хочу этого. Пацан, чтобы отдохнул. Посмотрите, какая красота. Кстати, там Макдак он делается. Вот. Будущий Макдак. А так, конечно, мне дико, народ. Вот 1,5 месяца я был в лесу, да? Ну, выезжал в город, там изредка, там, заправку, магазин, тудым-судым. Сплюбуйтесь, какие у нас елочки. Красота, да и только. И пивная банка. Без нее никуда. Пивная банка. Хотя вот в 50 метрах урны. Наверное, давайте беречь природу. А так чисто, относительно чисто. Моя прическа обошлась мне в 300 условных рублей. Ну, не в условных, а так обошлась в 300 рублей. Там уже до соседки что-то звониться не могу, не знаю, что. Может, переехали, может. Не знаю, что-то это. Короче, что здесь меня взяли с меня 300 рублей.
чтобы соседка с меня взяла 300 рублей. Одна хер с ней, то есть. Вы давайте подписывайтесь, комментируйте, лайкайте, оставляйте ваши комментарии, важные просмотры, важные. Ну а я что, со следующей недели начну звонить, напоминать о себе. Песик, где же получается? Хозяйка серьезно такая, вот хозяйка. Ну, как-то так вот. Пацана, наверное, заберу до конца недели вот этой следующей, потому что все там, у каникулы там все. Вот. То есть, если никаких поступлений не будет, там чего-то как-то. Ну, смысл мне какой к ним обратно возвращаться, правильно? Я не вижу смысла. Все, его постыгли. Все. Народ, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Комментируйте, лайкайте, оставляйте очень комментарии.